Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Думыч и Тучка, ЛТВ, Кирилл Геймер, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Салам алейкум, братья. Всем здорово. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что будем прыгать через трамплин над пропастью и влетать в это кольцо. И с каждым разом это кольцо будет уменьшаться все меньше и меньше, и в конце ролика оно будет просто маленькое, чисто для того, чтобы пролетела машина. Если тебе не кушайте, приятного аппетита, а у нас очень сложный челлендж, прыжок через пропасть. Погнали. Смотрите. Самый красивый прыжок, который можно сделать. И идеальное приземление сейчас будет. Смотри. Ого. Бум. Это было четко. Мы уменьшаем кольцо. Ребята, у нас есть очень классный специальный мод, который может увеличивать и уменьшать пропасть. Смотрите, как мы это делаем. Выходим в инструменты. Проп-ресайзер. И немножечко его уменьшаем. Во. Уже стало меньше. Каждым разом будет все меньше и меньше. Будет вообще такое манюсенько. А ну давайте, пацаны, я посмотрю со стороны, как вы перепрыгиваете, а потом я перепрыгну. Так, летит красиво, но мне кажется, не хватит мощи, чтобы перелететь. Застрял в кольце. Еще один. Ай-яй-яй-яй-яй, красиво. Еще один. Ой, вот это было идеально. Это было идеальное приземление. Еще один летит. Ой, четко. Пацаны, вы хорошо прыгаете? Ой, вот поэтому мы, ребята, и поставили кольцо, для того, чтобы некоторые могли именно четко попадать в центр кольца. Так, теперь я прыгаю. Так, летим, как можем, по красоте. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, это просто идеальное приземление. Делаем кольцо еще меньше, ребята. Вот так вот у нас получается. Ой, блин, чувствую, в конце ролика будет эпик, потому что надо будет так идеально попасть в него. Давайте, кто там не сыт? И точка, проезжай. О, летит. Сейчас. Красиво летит. Эх, чего-то не хватило. Или ума, или мощи. Все, застрял. Давайте, пацаны, кто там еще летит? Мне кажется, он немножко вам помешает. Хотя, может, и нет. Ну, что ты вообще? У тебя машина кусок говна как-то полетела. А что, у тебя гравитация, что ли, усилена на тачке или что? Ой, летит, смотрите. Да блин, я уже... Кто-то не долетает, кто-то прилетает. Кстати, еще ни разу никто не попал четко в кольцо. Но это не засчитывается, ты должен был в кольцо это залететь. В желтое очко. Желтое очко смерти. Им еще... Так, теперь я еду. Так, давайте так возьмем другую тачку. Давайте вот эту вот возьмем. Никто не попал. Представляете, уже челлендж немножко сложнее стал. Покажу, ребята, как надо. Не хотел, конечно, хвастаться. Ой, тоже мне нашелся профессионал. Ёп! Колыванекалай! Да блин, оно ж вроде ж легко должно быть, чё сложно? Ой, ну-ну-ну! Так, ребята, ну пока мы с ним попадем, мы челлендж не выполнены. Надо все таки подгадать скорость, значит ты вообще, ну спасибо. Дебелишая скорость была у меня. Так, ребята, смотрите, еще разок показываю. Так, не мешай, не мешай. Йо! Колыванэ! Да ну блин! Да пацаны, ну я специально не въем. Там еще эти столбики по бокам стоят. Ребята, начинается веселье. Надеюсь, ролик вам понравится и вы влепите лайкосик. Так, ну что, погнали. Смотрите, идеальный прыжок. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это было четко! Давайте, пацаны, наблюдай, как вы прыгаете. Раз я перепрыгнул. Я застрял. Еще один перепрыгнул. Так, значит, кольцо уже можно уменьшать. Еще один не смог перепрыгнуть. Я в кольцо попал. Ну, еще один не засчитывается. Так, ребята, значит, нам надо кольцо поменять. Оно нам не подходит. Ребята, смотрите, какое я поставил кольцо. Теперь оно идет таким ободом. Если уже кто-то даже рядом будет пролетать, он просто не влетит. Но я его сделал немножко меньше. Получается, на несколько метров оно стало уже. Теперь, пацаны, будет вам очень сложно. Ну и мне тоже. Ну давайте, начинайте, а я посмотрю со стороны, а потом я прыгну. Так, полетел. Красиво! Да как это? Ты че, колесо у тебя забагалось? Ребята, увидели? Это было классно. Так, ты пролетел, это считается. Вот видите, о чем я говорю, все. Это невидимые тачки. Еще один, красиво летит. Молодцы, так, теперь я должен залететь. Разгоняемся, идеально должна скорость быть. Так, получается, смотрите, я заметил скорость 98, значит, надо где-то ехать 110 километров. Я все-таки должен перепрыгнуть, потому что челлендж не считается выполненным. Еще разок. Так, а давайте от самого забора возьмем.
Разбуксуемся и полетели. Надеюсь, она разгонится, сколько мне надо. Скорость 110, 115. Ну, да, о, считается? Нет, не считается. Вот сейчас я покажу идеальный прыжок. Немножко скорость сбросил специально. Вот это было самое идеальное, что можно было придумать. Так, раз такие все модные стали, я уменьшаю. Ну, ладно, ой, сейчас будет сильно, ребята. Так, давайте еще делаем меньше. Только чтобы не сильно, конечно, уменьшить. Во! Скоро будет чисто машина пролазить, больше уже туда ничего не въедет. Давайте сделаем, чтобы челлендж был интереснее, тачки одинаковые все возьмем. Давайте, наверное, что ли, из GTA San Andreas, Sports и предпоследняя Винца. Согласен. Давай. Все. Ребята, теперь будут у всех одинаковые шансы, и никто уже не сможет мухлевать. Так, ладно, давайте я полечу, посмотрю, как будете прыгать, а потом я в конце прыгну. Ну давайте, кто там не сыт, покажи вещи. 3, 2, 1, вперед. Давай. Летит по красоте. Высок, ты что-то в конце скорость подсбросил, я увидел. Еще один? А вы что? Никто не долетел. А Гусарик специально выбрал такую машину рахитную, чтобы никто не долетал. Я уже это понял. Оно же долетало, мы как... Ну, практически, да, красиво было. И еще не получилось. И... Да блин. Так, ладно, сейчас показываю идеальный прыжок. А ну давай, вот еще на Салатовой кто-то едет. Да он вообще. А что ты, как кусок говна? Хорошо, ребята, показываю высший пилотаж, потому что так как я, никто не прыгнет. Смотрите. Стоим возле забора, прям в притирку надо встать. Так. Обязательно надо прогреть резину. И бросаем тормоз. Смотрите. А сцепление не бросаешь? Идеальнейший прыжок. Молодец. Так, Гусанёк, ну ты машины голимые выбрал. Так как я тогда на ней два раза перелетел? О, смотри. Ладно, перелетел. Блин, я тоже хочу пролететь. Ладно, придется еще раз, ребята, пробовать. Давай, пока не... О, есть у меня одна тема. Может, и подвеску немножечко просто этот улучшить? Хотя не буду. Давайте попробуем на стоковой. Так, отъезжайте от дороги смерти. Ребята, смотрите, вот сейчас я точно перепрыгну. Идеально. Воу, вот это было четко. Немножко жопа зацепился, но ничего. Ребята, сейчас будет самый сложный левел, потому что я уменьшаю еще сильнее. Кто красит мою машину? Нельзя. Пойдет так, пацаны? Первый показываю, ребята. Смотрите, как надо. Не хотел хвастаться, но ладно. Ну ладно, я поддался опять. Я перелетел еще раз. Через кольцо. Через кольцо не считается, пацаны. Блин, почти получилось. Ну давай, на красной тачке, я в тебя верю, ты сможешь. Да я не скорость не набрал, ладно. Ой, что-то у нас тени забагались на карте. Ну! Да ё... Ребята, никто не пролетел, представляете? Прям очень сложно. Вот еще один. Ну это тоже как бы считается, но не полностью. Потому что считается, когда вы идеально пролетаете кольцо, не касаясь его. Я попробую еще раз. Да, давайте, потому что мы челлендж не прошли, надо реально пройти его. О, профессионализм. Попал. Ё-моё, ну блин, я коснулся кольца на самом деле. Блин, надо идеально прям по центру машину направлять. А её надо много скорость сбрасывать. Ой, блин, ну опять. Ребят, ну сложно, честно скажу. А ты на белой машине едешь, да, сейчас? Да. Да ладно, да как у тебя так получается? Скилл. В воздухе тебе колесо пробью. Ребята, настроение отличишь. Так, хорошо, я сейчас подберу такую машину, которая реально будет ехать прям ровно 110, и я смогу четко перепрыгивать. Давайте на этой попробуем. Блин, хотел сальто сделать. Блин, ну всегда это есть человек, который будет мешаться. Ну ё-моё, ну жопа тяжелая какая-то. Ой, что-то скорости не хватает. Нифига себе. Смотри! Ну блин, ну нет, не было. Ну! Ай-яй-яй, ну! Да блин, смотрите, ребята, никто четко не может попасть. Гусанёк только смог. А ты сколько, 110 километров, да, держишь ровно? А я не смотрел на спидометр. А, ты так, на глаз? Давай. Попробуй это делать. Если не припрыгиваешь, ты лох. Я не лох! Я не лох, я красивый! Ребята, даже лучше, чем Гусанёк приземлился. Не,
Нет, я два раза это делал. Ребята, уменьшай еще машину. Ой, очко. Машину. А что, было бы прикольно, мы могли бы... Реально. Еще уменьшить пацаны, может? Давай. Вы что, совсем с ума сошли? Мы же не перепрыгнем. Ребята, давайте сделаем примерку. Смотрите, я сейчас возьму машину, мы примеряем. Как вообще это будет смотреться. Так, вот я беру физганом тачку. Ой. И мы идем примерять, чтобы это было четко для машины. Ага, значит, кольцо надо еще уменьшить. Так, сегодня, короче, уменьшать кольцо, когда чисто машина будет проходить. Ребята, это самый сложный левел, который можно придумать. Капец, ну ладно. Дим, смотри. А не надо было, может, еще, да? Еще меньше, хорошо. Еще, я может, помню. Еще меньше? Давай. О, ребята, ну все. Смотрите, чисто, ну вообще маленький радиус для того, чтобы пролезть. Ой. Блин, ребята, это самое сложное, что можно придумать сейчас. Это прям скорость снижать. Ой, вот это колесо застряло. Кто проедет первый через это кольцо, будет победителем этого ролика. Смотрите, я показываю, как надо быть победителем. Не хотел вам хвастаться, конечно. Ну ё-моё! Нет, я должен проехать. Ладно, давай через посмотрим, как пацаны проедут. Ладно, они там. У них дерби там. Мы через кольцо прыгаем, они дерби. Дербисты становятся. Да я не хочу так ехать. Так, пацаны, не мешаем, не мешаем. Смотрите! Блин, ну чуть-чуть! Да ладно, там врезался жестко. Ага. Ну! Да блин! Было бы четко, если бы попал. Ну! Нет. На чуть-чуть скорости не... Я знаю, как надо сделать сейчас. Это вообще ни о чем. Это можно сделать. Да, конечно, можно. Блин, если мы это не выполним, то значит, все, мы неумехи все. Сейчас я там физику вспомню, теорему вспомню. Ну, блин, нет, это ты... Ну, я видел, Гусоня, как это было, но это не то. Ты согласен? Я понял. Да, я согласен, это неправильно. Нет, это не то, что неправильно, это не чисто же пролет. Ладно, там коснуться можно легенько. Но пролет должен быть все равно идеальным. О, я кое-что придумал. Ну ё-моё, чё перелетаю его? Так, летит. Красненький. Смотрим. Ой-ой-ой, блин, ну ребята. У него кривые руки. Ух ты, ух ты, блин. Вот, ребята, вот эта машинка должна пролететь. С Мафии 2 еще никто не брал, а я возьму. Ну и едь вот так вот. Давай. Как звучит? Нет. Вы видите? Блин, я думал, что... Кстати, она летит правильно, передком вниз. Вот это уже хороший результат. Моя машина проедет. Так, надо немножко сбросить просто скорость на ней. И все будет отлично. Да я прям через него заезжаю. Смотрите! Практически! Это было и практически заехал. Давай, Дим, колись, как ты это сделал? Надо просто идеально выбрать расстояние, с которого надо нажимать старт. Это сложно, но это возможно. Ё-моё, я залетел, все, пацаны, я выиграл. А я тоже залетел. Все, я победил, потому что я кольца не коснулся. Там машина была, я машины коснулся. Я внимательно, смотрите, как я сейчас прыгать буду. А ну давай. Вы видели? Я не коснулся. Я трамплина коснулся. Ты прямо об кольцо ударился. Разве? Да. Сейчас выиграет тот, даже если это будет не один человек, а несколько, выиграет даже тот, кто влетит в кольцо, и даже можно его коснуться. И чисто встать на трамплин и поехать дальше. Если вы застрянете, победа не считается. Согласны? Согласна. Хорошо. Все, давайте, у каждого по одной попытке. Кто пролетает, остается на другой стороне. Все, давай. Первый пошел. Ребята, решающий ранг тоже выиграет. Это очень интересно. Да ёкарный бабай. Все, Гусанёк проиграл. Следующий. Так, летит, все очень сосредоточенно играют. Да проиграл. Мы... Хорошо, проигравшие все, ребята, я знаю, как я сейчас выиграю. Поэтому я все это и придумал. Ну, выиграл, все, что есть победитель. Мне? Он поехал дальше? Все. Один есть победитель на красной машине. Еще один летит? Проиграл. Нет. Смотрите, как четко летит. А что, попадешь? Смотри. Победил! Не считается, да. Короче, Дим, давай, если ты сейчас не пропитаешь, все, выигрывай эту точку. Да. Согласен. А ну давай. А, что хорош.
Нет, не туч! Дай мне водище, ладно, не... Ну блин, я так хорошо проезжал! Все, у нас, ребята, есть победители тучка, ну и жопа, блин. Ну куда вы меня толкали? Ну это было сложно. Ребята, если вам понравилась эта серия и этот челлендж с всякими прикольными трамплинами, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Блин, хотел в кольцо. Ладно, все, всем пока. Всем пока.